Большинство предлогов или по-латински prepositiones употребляются с accusativus. Предлог ad – к, в, для. Предлог ante – до, раньше. Apud – возле, у, при. Contra – против. Inter – между, среди. Предлог об – по причине, из-за. Часть предлогов употребляется с ablativus. A или ab – от. Вариант A употребляется перед согласным, вариант ab – перед гласным. Предлог cum – с. D – о, про, от, из. Предлог e или ex переводится из. Предлог про переводится за, вместо. Предлог sine – без. Два предлога употребляются и с accusativus, и с ablativus. Это предлоги in – в, на, и sub – под. Если они употребляются с accusativus, мы задаем вопрос «куда?», если с ablativus, задается вопрос «где?». Два предлога употребляются с genitivus, причем ставятся после слова, к которому относятся. Это предлог «causa» для «ради», и предлог «грация» для «ради». Давайте рассмотрим несколько примеров. Итак, «к лесу». Предлог «к» по-латински «ad» требует accusativus. «Лес» – словарная форма «silva», «silva» – фемининум, первое склонение. «К лесу» – соответственно получаем «ad silvam». Слово «сильва» мы поставили в accusativus singularis. Обратите внимание, что в русском языке «лесу» – «к чему» – это дательный падеж. В латинском «сильвам» – это accusativus, поскольку предлог «ad» требует accusativus. С подругой «с» – по-латински «cum» плюс ablativus. Подруга – словарная форма «amica», «amice» – фемининум, первое склонение. С подругой будет cum amica. Существительное amica стоит в ablativus singularis. Среди поэтов. Среди по-латински inter, этот предлог требует accusativus. Поэт, поэта, поэты masculinum, первое склонение. Среди поэтов inter poetas. Существительное poetas поставлено в accusativus pluralis, поскольку предлог inter требует accusativus. О девочках. Предлог о по-латински de плюс ablativus. Девочка по-латински puella, puelle, фемининум, первое склонение. О девочках будет de puellis. Существительное puellis употреблено в ablativus pluralis. В воду. Предлог в по-латински in. Если мы задаем вопрос «куда?», «in» требует accusativus. Вода – aqua, aqua, femininum – первое склонение. Соответственно, в воду – in aquam. Aquam – это accusativus singularis. В воде. В данном случае мы задаем вопрос «где?», следовательно, предлог «in» будет употребляться с ablativus. В воде – in aqua. Aqua – это ablativus singularis. Ради дружбы. Ради по-латински грация – это предлог, требующий генитивуса, причем предлог постпозитивный, то есть ставящийся после слова, к которому относится. Дружба по-латински – амициция, амициция – фемининум.
Соответственно, ради дружбы по-латински будет amicitia gratia. Amicitia – это genitivus singularis.